Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередные самоделки для рыбалки. Сегодня мы будем с вами изготавливать такую приманку, как мандула. Для изготовления нам понадобится вот такая вот пенка. Она бывает разных цветов. Твистера. Твистеры, они тоже бывают разных размеров, разных цветов. Кому какой подойдет. Двойной крючок. И вот такое вот грузило. Бочоночек с отверстием внутри. Для соединения деталей мандулы будем использовать толстый шнур, плетенка. Друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить ваши рыболовные лайки. Берем старый ненужный твистер, двойной крючок и протаскиваем крючок через твистер. Первая заготовочка готова. Далее берем шнур и привязываем к крючку, на котором у нас надет твистер. Далее из пенки цвет, который вам ближе всего по душе, да и рыбе, наверное, в вашем регионе ближе всего по душе, вырезаем кружочки, то есть шарики. Продеваем шнур в ушко иголки и насаживаем эти шарики. Первый, второй. Много я не стал делать. Я не хочу, чтобы приманка получилась слишком большой. Вот, два шарика. И будет третий. Третий уже будет непростой. Берем наш заготовленный груз, прикладываем к пенке, отмеряем и вырезаем такой же цилиндр, как груз, размерами. Вот такая вот заготовка из пенки получилась, равная размерам моего груза. Далее разрезаем нашу получившуюся половинку на две части. После чего ложим в нее груз, накрываем второй половинкой. Так как пенка очень мягкая, все вот эти места нужно будет проклеить обычным суперклеем. И у нас получится огруженная голова. Вот, одна сторона проклеена и получается такой в виде хот-дога из груза и пенки. Проклеиваем вторую сторону, просто капаем сверху и немножко подстягиваем пенку. Сложного в этом ничего нету. Очень сильно давить не нужно, так как клей может выйти, и вы можете просто приклеить свои пальцы. Вот он, склеился. Далее берем иголочку и немножечко развальцовываем дырочки с нашим грузием. Все. Далее протаскиваем шнур через груз. И получается вот такая вот конструкция. Уже огруженная.
Ну а далее мы просто привязываем вертлюг и, конечно же, идем тестировать. Ну что, тест, как играет приманка, мы провели, а как клюет на нее рыба, будем проводить непосредственно уже на озере. Всем пока, подписывайтесь на канал, до новых встреч!